the one and only Maestro Oleksi Bogorubov on piano. Меня зовут Алексей Боголюбов, я пианист, композитор, аранжировщик и педагог. That's a musician's name, man. It sounds like a rhythmic thing going on, man. It's like, you know, something's gonna happen, you know? So that's cool. I love you, man. Я хочу внести вклад в развитие культуры, поэтому считаю важным передать свои знания и опыт. Поверьте, гармонии музыкальной, сольфеджио, искусство импровизации и вообще вкусу к музыке Лёша научит любого. Все, что он делает с любовью, делает с душой. Мне кажется, только табуретка может не запеть рядом с Алексеем Боголюбовым. Или не заиграть. За 3 года существования школы произошло много изменений, как в преподавании, так и в моей профессиональной деятельности. В студентах я ценю желание и понимание того, чего они хотят. Алексей делится своим опытом, своими максимально современными знаниями. Это тот учитель, который ответит на все ваши вопросы. Все его ученики втрачают межи, они мыслят иначе. Уроки очень продуктивные и всегда в праздничной обстановке. И больше всего меня удивляет то, как он находит подход для каждого своего ученика. В общем, обращайтесь ко мне с любым запросом. Благодаря концертной практике с зарубежными музыкантами я узнал и продолжаю узнавать язык музыки. Hi, my name is Jackie Gage, and I've been working with Oleksi Bogolubov in Ukraine for quite a few concerts. He is an incredible pianist, very sensitive, very free, very flexible in the music, and it's such a pleasure to listen to him and to learn from him in what he does every night on stage. This guy, man, he's out of his mind, man. He's boogly-boo, man.